Он где-то тут. Низенько. Будет Марс. Хорошо, поехали. Завершим на Луне. Какой длиннющий дублик получился. И подождем. Сближение Юпитера. Отставить Юпитера. Да, это, пожалуй, самая удачная была моя съемка. Сближение Юпитера с Сатурном. Впервые за 800 лет так близко были эти планеты на небосводе. В декабре 2020 года. И Харькову повезло с погодой. Удалось мне снять всего 8 угловых градусах друг от друга эти две планетки. Так, ладушки. 13 июля 2021 год, Харьков, 20:43 по Киеву.